Азербайджанские страховые компании успешно преодолели последствия пандемического кризиса и относительно безболезненно снижают риски, связанные с мировой рецессией, инфляцией и другими негативными факторами, влияющими на финансовые рынки, второй год подряд демонстрируя положительную динамику роста. В первом полугодии текущего года страховой рынок страны вырос на 32%. Учитывая, что жизнь человека сопряжена постоянными рисками, страхование в Азербайджане приобретает все большее значение. Наряду со страхованием недвижимости актуально в стране и автострахование. В целом, на страховом рынке наиболее продаваемым видом страхования является обязательное страхование автомобилей, но в последние годы актуализировалось и обязательное страхование недвижимого имущества. Имеется достаточный спрос населения в этом виде страхования, вместе с тем, в той или иной степени ощущается и по другим видам страхования, таким как КАСКО и туристическое страхование. Но, как я уже отметил, наиболее распространенным является обязательное страхование автомобилей. При страховании КАСКО, то есть добровольном страховании автомобиля от различных рисков, мы полностью защищаем наш автомобиль при любом дорожно-транспортном происшествии, будь то случайное повреждение, угона и так далее. Растет заинтересованность и в туристическом страховании. Эксперты отмечают, что одним из необходимых инструментов для устранения или минимизации возможных рисков, которые могут возникнуть за рубежом, это страхование путешествий. Туристический страховой полис – это документ, который в случае необходимости защитит имущественные интересы, здоровье и жизнь туриста. Полисы туристического страхования можно разделить на полис страхования для внутренних путешествий и полис страхования для международных путешествий. Обычно туристическое страхование включает медицинскую страховку и страхование от несчастных случаев. По мнению экспертов, часто путешественникам бывает достаточно базового страхового полиса. Когда мы выезжаем за границу, туристическое страхование полностью защищает нас от множества рисков. Допустим, во время путешествия мы можем получить травму в результате дорожно-транспортного происшествия. Может случиться обморожение, солнечный удар, перелом, может даже понадобиться хирургическое вмешательство. Все это предусмотрено в туристическом страховании. Туда включены расходы на неотложную помощь, диагностику и лечение, приобретение необходимых лекарств, экстренную стоматологическую помощь, транспортировку до места лечения. Одним из основных факторов стабильного развития страхового рынка в Азербайджане является повышение уровня информированности населения о страховых услугах. Большинство людей понимают важность защиты своих финансовых интересов и готовы приобретать страховые полисы. Таким образом, страховой рынок в Азербайджане является перспективным сектором экономики, который продолжает развиваться и привлекает все больше внимания со стороны бизнеса и населения. В результате население имеет доступ к качественным страховым услугам, а инвесторы – возможность вкладывать свои средства в перспективный рынок с высоким потенциалом роста. Жаля Гусейнова, Нармина Хамбабаева, Турава Минзаде, CBC.